Всем привет, друзья! Амарант, который называется голова слона. Сегодня 27 октября. Уже, конечно, он вызревает. И внешний вид осенний, посохший. Ну, прошу извинения, я летом не успел вам снять обзор. Сниму летом в следующем сезоне. Ну, а сейчас покажу хотя бы вот так. Вам уже будет понятно, какой красивый он летом. То есть он летом полностью красного цвета. Очень красиво и ярко смотрится. Листочки тоже уже, как видите, посохли. Летом они очень зеленые и очень декоративно он смотрится. Красиво. Украшение любой грядки, любой клумбы. Особенность этого сорта и само название голова слона идет с той причины, что у него, вот видите, его колос имеет форму, как будто бы голову слона. Ну, давайте я вот так поверну камеру, и вы сейчас видите, это хобот и как голова слона. Ну, вот мы с Миланой сегодня снимали, фотографировали. Вот покажу, как видите. Ну вот, слон. Голова слона. Напоминает слона. Этот сорт используется для получения семян. Он идет низкорослый. Ну как низкорослый, высота его где-то 1,20–1,30 м. Но тем не менее, его удобно комбайном, если в больших площадях выращивать, можно собрать комбайном, не вручную. Его выращивают для получения семян и зеленой массы. Можно кормить животных, свинкам, коровкам, козочкам. Куры едят зерно. И самое главное, что зерно этого амаранта, оно, его можно жарить на сковородке, вот оно зерно, и оно растрескивается как попкорн. Также с семян делают амарантовое масло, которое очень полезное. Я не буду вам перечислять, что именно лечит амарантовое масло. Оно, ученые говорят, что бесценное. Зайдите в Google, прогуглите и найдете всю информацию о том, чем популярен амарант. Это очень крутая культура. Ее даже ЮНЕСКО внесли в какой-то там топ культур, которые спасут человечество, если будет голод. То есть на амарант возлагают большие надежды наши ученые. Семена амаранта голова слона доступны к заказу. В описании под видео есть ссылка на мой сайт. Заходите, покупайте семена данного сорта амаранта. Ну, в наличии еще есть более 10 сортов различных амарантов. Есть сорта, в которых колос оранжевый, зеленый, разноцветный, розовый, красный. Абсолютно любые разные сорта амаранта доступны для заказа. Подпишитесь на канал, если не подписаны, чтобы не пропустить обзоры и других сортов амаранта. Также поставьте лайк, если понравилось видео. Делитесь видео со своими друзьями, обязательно это поможет побыстрее распространить это видео, и чтобы больше людей увидели и узнали про амарант. Семена недорогие, размножаются очень быстро, посевом прямо в открытый грунт, посеяли и все, и он зайдет, можно сказать, что растет как сорняк. Поэтому выращивайте амарант. Всем до новых встреч!